Неплохую машину смогут позволить себе и 91, если выиграют дело против производителей семечек. 5 миллионов тенге – сумма хорошая. Только вот ответчик заявил, что ни копейки платить не будет. Даже наоборот, заставит раскошелиться самих мемберов. Получив письмо с претензиями от мемберов, бизнесмен молчать не стал. В телефонном разговоре мужчина подчеркнул, что, мол, их обвинение не имеет оснований. Потому что там не изображены участники группы 91. Там просто очень похожие на них люди. Это плод моих фантазий. Однако Eagles, да и сами мемберы убеждены на 100%. На упаковках красуются лица участников группы 91. Это можно очень легко доказать, что там 91. Эти фотки есть просто везде. Это постеры к фильму. Несмотря на резонанс, продюсер артистов Ербулат Бизельхан сегодня преследует лишь одну цель – попытаться прийти к мирному соглашению и не доводить дело до суда. Чтобы люди уже адекватно воспринимали, когда ты им говоришь, что это авторство, это авторские как бы смежные права, вы не имеете права остановить, мы привыкли. К таким вещам, что это ничего страшного, что тут такого. На днях обе стороны планируют провести переговоры. Если же во время беседы найти общий знаменатель не получится, то придется суду разрешать конфликт. Правда, к этому времени уже и производитель семечек намеревается подать свой иск о возмещении морального ущерба.